Простой номер называется «Встреча двух друзей». Андрюха, привет! Привет! Ты слышал новость? Не-не-не. Слышал? Не, какая? Ну, чемпионат Европы по футболу! Ну, пройдет у нас! В 2019 году! Украина-Польша! У-у-у! Футбольщик! Ау! Андрюха! Класс! Блин, Тоха, это пиздос вообще! Чего? Да ты не понимаешь, это все подорожает! Недвижимость, все, хавло, все под... Это пиндос вообще! Да ты дурак, Андрюха! На этот полный Киев иностранцев! Заработаем на них! Как мы на них заработаем? Да вот денег у них горы! Пиндос, сколько денег вообще! Заработаем вот так вот шумигом вообще! Как мы заработаем? Да просто! Смотри, у тебя на огороде стоит ларек ржавый, да? Стоит, берем, ставим в центре, красим, да? Беляши, пошли, беляши по 5 евро! Воу-воу-воу! Все, понимаешь? Пиндос вообще пойдет! А если в мясо еще соли и перца добавляют, так они еще пить будут хотеть! И тут мы с водичкой, оп! По евро! Глоток! Да! Так оно пойдет нормально! Блин, Юма, можешь на стадион им коврики под жопу продавать! Точно! Я уже вижу, как я пишу объявление! Коврики под жопу! Только у нас! По 20 евро с жопы! Ой, зрило! Да! Подожди, а зачем коврики? Это лето, чё ты? А бетон знаешь, как нагревается? Точно! Зальем, чтобы бетон, чтобы нагревалось! Да! Вообще, они выходят со стадиона, да? А тут раз, наш ганделек стоит, да? Кафешка! Блин! Ну, точно! И куда они денутся? Никуда! Конечно! В наш ганделик строим. Будем там водку продавать нормальную. Ну, нормальную, такую хорошую, чтобы у них осталось в Украине хорошее впечатление. По 4 гривны бутылка. Подожди, что так дешево? Не, ну это мы покупаем по 4 гривны бутылка, понимаешь? А им продаем по 4 евро. А стаканчик 50 граммов. Не закусь. Да, закусь не надо. Зачем? Не, ну клево, возле кассы будет на блюдечке лимончик нарезанный лежать. Колорит вообще, слушай. Welcome to Ukraine. Лимончик. Юма, это ж ты понимаешь, это ж проблема может быть. Там же этот футбол, он же в разных городах будет проходить. Так все, приделаем колеса, ганделыку и покатили. Пишем объявление. Ну, хочешь весело доехать до Одессы, да? Садись в наш ганделек. Да. 50 евро в час и каждая 19-я бутылка водки бесплатно. Не, пойдет вообще, я тебе говорю. Тоха, можно хату еще твою сдавать. Блин. По 4 штуки евро. Это дорого. В неделю! В неделю! В неделю! В неделю точно! Надо так их встретить, чтобы они второй раз уже не приедут, понимаешь? Вообще надо выйти. Надо, чтобы у них даже желания такого не возникало второй раз приехать. Правильно, слышишь? Приеду тут, понасыраю здесь. Ну да, после наших беляшей понасыраю, конечно. Слушай, а как же нам быть этим? Блин! Слушай, я знаю выход. Какой? Ну мы же не одни чемпионат проводим. Точно. Есть еще поляки. Правильно, поели у нас и поехали срать в Польшу. Правильно. Ну, полякам надо тоже как-то зарабатывать, правильно? Да, нашим братьям полякам. Ну да, все, не отлично придумали. Блин, одно плохо, только знаешь что, это же они баб наших будут трахать. Поскольку? По 100 евро. Да мало. Да по 200. А пусть трахают по 200. Пускай повесит, мне нормальная схема, нормально придумали. Блин, слушай, Андрюха, блин, это мы будем с тобой за прилавком стоять. Да, да. А футбол-то пропустим? Да, не пропустим. Да ну, кому нужен этот футбол? Ну, да, опа. Ой, нам на помощь нужно будет, давай поможем, кто-то нам поможет. Давай, Галус, ты можешь выйти помочь? Галусик, давай. Да, поаплодируем, давай. Вот наш друг Галус, который поможет нам в этом номере. Да-да, бурнее аплодисменты. Выходит звезда с коньяком уже, давай, ладно. Я немножко к следующему номеру. Я здесь пока поставлю его, да? Готовился. Или давай я спрячу его куда-нибудь. Голосик, да. Просто вы вот, скажете, вот держи, да, вот просто сзади вот так держи. Угу. Вот, а мы будем рассказывать, давай. И все. Дорогие друзья, да. Давайте для начала вы еще раз громко поаплодируйте. Не, поставьте обратно коня, я потом не найду его. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, мы не случайно включили эту мелодию. Прислушайтесь к ней. Это очень серьезная миниатюра. Это не номер, это не смешно. Это действительно серьезный эксперимент как бы для этого клуба. Поэтому настройтесь на то, что будет немного серьезных вещей. Сегодня у нас программа посвящена Игорю Скляру. Вот мы вспоминаем сейчас его песню «На недельку до второго». Вы знаете, много лет мы с Андреем пытались расшифровать смысл песни. И в конце концов поняли, что действительно в ней заложен очень глубокий смысл. Не заложен, а зашифрован. Зашифрован. Певец и композитор Игорь Скляр оставил потомкам знаки, которые мы еще долго будем расшифровывать. Он зашифровал какое-то послание в этой песне. Итак, мы сейчас попробуем расшифровать. Итак, начинаем расшифровывать. Так. На недельку до второго я уеду в Комарова. На недельку до второго. Значит, выехал он 24-го. Запомните это число, оно нам позже еще пригодится.
Теперь обратимся к слову Комарова. Поселок Комарова на Балтийском море, казалось бы, он был перерыт археологами просто вдоль и поперек. Они не нашли ничего, потому что это ложный путь. Идем по-другому. На территории бывшего Советского Союза было 47 населенных пунктов с названием Комарова. Мы отбросим крайний север и недавно выстроенные поселки. Итого остаются 43 населенных пункта. Вычеркнем те, в которых нет выхода к морю, реке или другому водоему. Итого остается 4 населенных пункта с названием Комарова. Продолжаем. Попробуем проанализировать, куда мог поехать Игорь Скляр. Чтобы понять его мотивы, мы должны поставить себя на место Скляра. Вот, ну вот ты, Скляр, куда бы ты поехал? Я Скляр, да? Да, да. Ну, я не знаю, я Скляр, и у меня работы нет. Так, да. Вот, у меня денег нет, да? Нет денег, да. За всю жизнь написал одну песню, я не знаю, куда я поеду. Вот, одна песня, единичка. Эту песню Игорь Скляр писал 11 лет. Что же он все эти 11 лет пытался зашифровать в этом послании? Продолжаем дальше. «Сам себя найду в пучине». Пучина, пучина, не является это прямым намеком на актера Аль Пучино. Друзья, мы пересмотрели все фильмы с Аль Пучино, где упоминается Игорь Скляр. Но не нашли ничего. Еще одна ниточка оборвалась. В этот момент мы поняли, пучина — это не указание, это намек на морское дно. Игорь Скляр намекает нам, что ищите нечто на морском дне. Снова вернемся к тексту. На воскресной электричке к вам на краешек земли. Как мы уже выяснили, он выехал 24-го в воскресенье. Если учитывать, что действие происходит в летние месяцы, то в прошлом веке летом 24 число на воскресенье попадало всего два раза. В 1989 году и 1944 году. 44-й год автоматически вычеркиваем. Не подходит. Соответственно, в 89-м году Игорь Скляр выехал в пучину. Друзья, внимание, может ли быть случайным частое упоминание в тексте водолазов? Ни в коем случае нет, если вспомнить о существовавшем в 14 веке ордене водолазов. Не забудьте об этом. Продолжаем расшифровывать. Размер такта 4 четверти. Темп 130. 1 плюс 3 плюс 0. Опять четверка. Альт, высота голоса альт. Альт, четвертый по высоте голос, опять четверка. Слишком много этих таинственных четверок, вам не кажется? В поисках ключа к разгадке мы разыскали самые известные фильмы Игоря Скляра. Мы из джаза. 83-й год, «Узник замка Ив». 88-й год, «Батальоны просят огня». 85-й год. Мы складываем эти цифры, 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3, и, соответственно, получаем 21, вот он уже сразу суммирует эти цифры, 21 и 23 и 26. Мы суммируем цифры 2 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 6, получаем 16. 16 — это 4 в квадрате. Нам известно. Снова эта таинственная четверка. Друзья, нам известно, что хочет сказать нам Игорь Скляр? Да-да-да. Много лет своей жизни Скляр посвятил разгадке записей Нострадамуса. Итак, мы открываем записи Нострадамуса, откроем первую центурию. В 44-й строке мы читаем: «При погашенном огне дьявольская ассамблея». Что это, как непрямое указание на конец света? Друзья, простой песней о водолазах Игорь Скляр хочет предупредить человечество о надвигающейся опасности. В разгадке тайны нам помогут древние рукописи. Откроем запрещенную инквизицией книгу живых и мертвых исполнителей. Вот он ключ. Возьмем первые буквы из первых двух куплетов. На недельку до второго я уеду в Комарово посмотреть и так дальше. Мы берем в каждой букве в алфавите, мы нумеруем, и она имеет свою цифру. Мы складываем эти цифры и получаем 111. Может ли это быть каким-то простым совпадением? Я отвечу – нет. А если прочесть эти буквы, мы получим Няпниксе, название горы в Карелии, которая стоит прямо на берегу Ладожского озера. Посмотрим на карту и увидим, что в районе Няпниксе нет никакого поселка Комарова. Страшно! Но еще страшнее вам станет, когда вы узнаете, что ровно в том же месте, только с обратной стороны земного шара, находится мертвый ацтекский город Оворомок. Оворомок читаем наоборот, имеем не что иное, как Комарова. Что хотел нам сказать этим великий провидец Игорь Скляр? Я хочу, чтобы в Синем море не тонули корабли.
Что скрывает в себе морская пучина? Почему Игорь Скляр предупреждает нас о том, чтобы мы не тревожили морское дно? Возможно, там мы найдем ответы на все вопросы человечества. Сможем ли мы правильно распорядиться этим бесценным даром? Видимо, Скляр считает, что человечество еще не готово к встрече с неведомым. Антоха, мне страшно. Нет, Андрей, мы слишком долго шли к разгадке. Мне нужен коньяк. Антоха, не надо. Я хочу поднять тост за то, что мы в секунде от разгадывания шифра. Антон, не спеши. Я прошу тебя. Антоша! Игорь Скляр не прощает нам этих ошибок. Мы приблизились к разгадке, Антон. Да ну вас на... Свежий анекдот. Итак, свежий анекдот. Виктор Янукович по телефону разговаривает с Шуфричем. Слушай, Нестор, я тут недавно посмотрел «Крепкий орешек 4» и понял, что не того человека мы назначили министром МЧС. Значит, Виктор Федорович, я недавно посмотрел «Шрек 3». Так там одного такого тролля здорового сделали царем. Я ничего не говорю. Ты хочешь, да? Веселенькая такая. Социолог на Закарпатье. Здравствуйте, дедушка. Чем ты так здоровишься? Здрасте. Кто так здоровится? Я выглядел, слава Украине, героям слава треба. Це зранку ты кажешь. Вечер приходишь, кажешь, героям слава, не веки героям слава. Вот так уздоровишься, что вы такие? Ну, скажи, что, як ты треба? Слава Украине. Героям слава, теперь здрасте. Дедушка, я социолог, да? Вот вы голосовали на выборах, да? Да, так я було, ты что? Пошли выборы, ну, я взял до стадоли, пішов до брави, поділив, рискував, помолякав, как мне рисуй. Мене є кандидат, не треба. Дедушка, я собираю исследования делают. Кто за кого голосовал? Это понимаете? Уже корыстная справа. Вы голосовали, да? Голосовали. За кого голосовали? Вы за кого голосовали? Блада! За кого голосовали? Ну, там, бро, такая. За Ющенко голосовали? Да нет, Ющенко нет. Ющенко уже голосовал, ездил на Майдан, да наевшись этих апельсинов, да аллергия на спине была, нет. Все, все. За Тимошенко голосовали, да? Нет, она файна, девка файна. Она, я бы на ней даже друзей, что мне что-то там прорвало, то че, я не знаю, тебе прорыву не надо. Я понял, за Януковича голосовали? Нет, ему пороблено, нет. За кого? За Луценко вы голосовали? Ну, была, не знаю, всякие. За Мороза? Так, дедушка, давайте серьезно. Я вам называю партии, а вы говорите да или нет. Хорошо? Да, ты все понятно. Как бы ты так сказал, слава Украине, героям слава, партия. Партия, да, нет. Все, так, либеральная партия Украины. Хотели на моем горбу въехать в Верховную Раду, да? Не! Так, понятно. Селянская партия Украины. Далее. Партия Трудова Украина. Можно было, можно. Але не. Почему? No comments. Так. Ну вот, коммунистическая партия Украины. Чтоб я с места Яворів. Івано-Франківської області. Голосував за комуняк. Вони мого діда кров пили, батька кров пили, з мене кров пили. Ну, я подумаю. Я далі. Вільні демократи. Удачі. Блок Кучма. Бажаю успіхів. Аграрна партія. Нехай щастить. Кто еще остался? Партия «Пора». Вот. Як? «Пора». Не, ще рано. Я ще до коров, потом піду до... Так, все, ну, блок Наталії Вітрієнка. Ах, ти бідна ненька Україна. То була одна Наталія Вітрієнка, тепер їх цілий блок вже, бачиш? Дедушка, ну все, вже нічого не осталось ні одної партії. За кого ви голосували? Як це? Уся моя партія.
партии, я завжди за ней голосую. Все, против всех. Я член партии с 18 года уже. Дедушка, ну против так... всех. Да называется, длинное название у него. Виктор Янукович, он когда-то собирал на Майдане своих поклонников, да, своих сторонников, тысячи, миллионы. Потом понял, что невыгодно, и привез одного, но самого крутого своего поклонника. Как это было? Дорогие друзья, сейчас перед вами шахтеры, я не слышу вас. Луганская область. Спасибо. Друзья, сейчас перед вами выступит артист, которого можно сравнить, наверное, только с такими артистами, как Наталья Могилевская, как София Ротару. Я не знаю, может быть, даже как Иосиф Кобзон. Старичок, ты играй. Вот, я буду переводить, ты пой, они все поймут. Они все понимают. Seems to be, yeah, yeah. What I wanna be to make you love me? Что мне сделать, чтобы вы меня полюбили? What I gotta do to make you care? Как сделать так, чтобы я вам был не безразличен? What I gotta do when lightning strike me? Скажите, будь ласка, я плохой. But I want to find that you don't care. Не может быть плохим человек, у которого друг Элтон Джон. Виктор Андреевич, вы говорили, что за вашей спиной команда профессионалов. Посмотрите, кто стоит за моей спиной. Зачем надо было распускать парламент? Что оно вам дало? Мне грустно. Мне очень грустно за эту политическую ситуацию в стране. Вчера я разговаривал с Андретаном. Друзья, он тоже согласен, что у нас в стране жопа. Элтон, ты меня понимаешь, да? Значит, мой друг, морячок, давай снимем эту пилоточку, да? И оденем нормальный головной убор, чтобы ты был настоящим мужиком. Вот теперь видно, что ты правильный пацан. Друзья, сейчас мне хочется выйти к людям, пообщаться в зал. Девушка, можно вас на секунду? Да, да, вот вас. Дайте руку, почувствуйте мужчину. Пройдемте, пройдемте сюда. Вот вверх здесь, вот. Давайте для начала познакомимся. Как вас зовут? Диана. Диана. Витек. Дианочка, давайте потанцуем. Скажите, Диана, вы могли когда-нибудь себе представить, что вы будете танцевать на концерте Элтона Джона с самим премьер-министром? Конечно, нет. Вот видите, и я тоже не мог представить, что я буду премьер-министром. Мечты сбываются. Диана мне сказала, что мечты сбываются. Я бы ее поцеловал. От чего я буду отказываться? Спасибо, Диана. Пройдите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Поаплодируйте Диане. Ну, и чтобы окончательно порвать вас, я спою для вас песню. Давай. В ополе березонька стояла. Ой, люли, люли, ой, люли, ой, люли, люли, люли,
молодец. Сейчас еще одна движуха будет, вот такая. Ой, люли! Люли! Ой, люли! Люли! Ой, люли, люли, люли! Нефиг перевыборы! Нефиг перевыборы! Друзья, к чему я затеял весь этот цирк? Про этого человека тоже говорили, что он пидорас. Что прошли годы, и все убедились, что это неправда. No, it's true, it's normal. I'm a gay, it's okay. Listen, people, he's my friend, he's my best friend. Что? He's a good man, he's my ты best friend. Ты фуражку сними тогда, ты, блядь, иди поговорим, ты сюда иди. Покажем такой номер. Что-нибудь из свеженького. Покажем, да, номер, который называется «Объявление о продаже квартиры». Как это бывает? Здравствуйте. Здрасте. Ну... Что? Квартирку буду продавать. Без проблем. Смотрите, пишем объявление так. О продаже. Грамотно. Так. Размещаем на всех столбах, да? Так. И все, квартира улетает. Ну просто. Супер. Я объявление составляю уже 30 лет. Я давай. Знаю. Смотрите, пишем. Да. Да. Продается квартира. Да. В центре города. Ну, не совсем в центре там. Недалеко от метро? Ну, не так, чтобы недалеко там. Ну, сколько вы до метро добираетесь? Ну, 2 часа. 2 часа, ну, 120 минут. Несколько минут до метро. Несколько минут, да, до метро. Так, что там у вас рядышком, давайте. Ну, значит, я выхожу, и справа кладбище сразу. Спокойный район? Да. Спокойный район? Так, прекрасно. Там так. Такая тишина. Что там еще у вас, расскажите. Да. Ну, значит, кладбище, да, да, да. Понял, тут, да. Мусоросжигательный завод сразу. Вот, а между ними карьер. Карьер, да. Да. Но там красота, старик, ты что, там водичка, эти уточки плавают, да. Там, где ритуальное убийство было на прошлой неделе. Вот. Развитая инфраструктура. Да, развитая, да, инфраструктура. Очень все развито. Где это вообще, в каком районе? Где? Ну вот Бровары, знаете? Ой, елки. Вот еще вправо 70 километров. Ох. Что там у вас? Там магазин, почта есть? Там? Потом табличка Васильков налево. И оттуда еще выходишь и на маршрутке 20 минут. Магазин, почта есть там? Не, ну какая почта? Там уже кусты пошли, лес. Все. Фу. Лес? Да. Затерялся. Экологически чистый район. Да. Экологически чистый район. Вот и все. Так, да. Давайте подробнее. Давайте там подъезд. Заходим в подъезд. Да, справа дядя Коля, бомж в коробке живет. Охраняемый подъезд. Да, никто не заходит. Охраняемый, да, подъезд. Да, да, да. Так, сколько у вас там комнат? Сколько? Значит, вот я открыл дверь, так. Вот я зашел. Ну, вот как бы и все. А коридор есть? Какой-то? Маленький такой. Вот, двухкомнатная квартира. Двухкомнатная. А чулан есть? Чулан, есть, трехкомнатная. Трехкомнатная, да, квартира. А в чулане с дядь Коля день рождения отмечали, он так, бам, упал в стену в кухню, вывалил. В кухню? Да. Студия. 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 Все, я еще и говорю, приз в студию. Он так, да. Балкон застеклен? Да, а потом пошли курить на балкон, и дядь Коля как-то бычки выбрасывал, не попадал, все стекла повыбивал вообще. Так я целлофановым пакетом заклеил. Стеклопакет. 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 Все, супер. Так, что там дальше? Телефон есть? Телефон есть. Ну, не пишите. Там долг 2000 гривен, не надо. Давайте, да, действительно, не буду писать. Не, а потом придет клиент, скажет, о, у вас телефон есть, будет сюрприз. Да, офигительный будет сюрприз, да. Так, кухня, пишу, просторная. Ну, да, просторная, так, в скобочках, так. Ну, какая там кухня у вас? Ну, вот я вот так вот, вот так залез, вот так вот макароны поел. Руки об штору вытер и вылез. Уютная кухня. Уютная. Уютная. Санузел раздельный? Раздельный. Я пишу раздельный. Ну, зачеркните, раздельный. Смежный? Нет. Смежный в кавычках можно. Что там у вас? Ну, в общем, ванна такая старая, здоровая, и мы в нее писаем. Занавеска есть над ванной? Да. Раздельный санузел. Да, все, да, что раздельный. Вы думаете? Так, кабельное телевидение есть? Да, да. Все. Слава, сколько там каналов у вас? 6. Порнуха есть? На 6.
Ну все, я пишу 100 каналов, после шестого никто смотреть не будет. Да, это я согласен. Так, все, перечитываем, да? Да. Квартира, так, несколько минут на метро. Да. Так, охраняемый подъезд. Ну. Слушай, а неплохая квартирка, у вас 3 комнаты. Да. А можно подъехать посмотреть? Слушай, я посмотрю. А сейчас, вы знаете, такая ситуация, недвижимость... Я она... могу поторговаться. Дорожает. Давайте я посмотрю, мне интересно. Были такие... Я заинтересовался. Не, я передумал. Давайте я пока прямо сейчас. Так, случай в приемной у Игоря Кондратюка. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Чешется вы, Игорь Кондратюк? Да, я Игорь Кондратюк. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Я приехала до вас с мистер Левим. Очень приятно. С мистер Левим приехала до вас, потому что вы Игорь Кондратюк. Да, да, я Игорь Кондратюк. Да, да. Да. Так что, какие вопросы у вас? Я бабушка Виталика. Какого Виталика? Я какого? Кузловского. Кузловского. Очень приятно. Да. Очень приятно. Так, ну и, собственно, ну что, что? Пришла жаловаться до вас. Жаловаться? На что? Бо вы нам Виталика испортили. Чего это мы испортили? Ну як це? Він поїхав до вас у Київ і попав у блуд. Какой блуд? Ну як це? Я вам розказую. Дзвонили до нього, десь було десь, може вже пів одинадцятого було. Вже поздно було, так. Поздно. Я дзвоню, він підвипивши такий, піднімає трубочку. Я чую, чую, він пив, пив. Так, ну... Да, да. А ще дівчата, пищать дівчата якісь там. Хі-хі-хі-їм, ха-ха-ха-їм. Там всім весело. Ну і що? Я кажу, Віталічик, внучик, що ти робиш там? Він каже, нормально, бабушка, я работаю. Работаю. Нет, это нормально, он звезда, у него есть поклонницы. А что вы тут? Наши мы эти поклонницы, у него и Оксана у Львове. Какая Оксана? Какая Оксана? Белопольских дочка старшая. Хорошая девочка, на юриста учится. Она там и готовит, и на самодеятельность, и на хор. Стоп, стоп, и батько такие у них. При чем тут Оксана? Что вот меня... и я кажу, при чем? Мне кажется, что Виталик пьет. Так, стоп, секундочку. Как вас зовут? Мария Федоровна. Да, Мария Федоровна. Заслуженный библиотекарь мистер Левин. Мария Федоровна. Голова домового комитета, виконуючий обов'язки. Какого комитета? Коли дом строили, долго думали, чи це его вже передавать, чи в домовой комитет. Решили передать домовому комитету. Так, какие ко мне вопросы конкретно? Вот теперь конкретно до вас. Так. Конкретно до вас. Яка у вас там должность? Я продюсер. Продюсер? Да. Так, продюсер. Продюсер. Це як по-старому? Це начальник производства чи директор? Ну, начальник, фиг с ним производства, ну. Начальник производства. Да. Тоді конкретно до вас. На що ви Віталіка заставляєте петь? Ви що, не бачите, що це не його? У нього ці концерти, у нього все таке, там все, він зайнятий. Я йому дзвоню, кажу, Віталічик, приїдь. Чувак, приїдь. Він, бабушка занят, бабушка концерти. Бабушка занят, бабушка концерти. Я взяла йому, сама купила ці білети, плацкарту, конверт отослала. Думаю, може грошей нема? А що ж там взяв? Він ж так маленький був, любив плацкарти їздить. Так, ляже на другу полочку і так дивиться в окошечко. Дивиться, дивиться. Такий же ж Віталічик такий. А скільки ж там їхать? Вечером сів, всю ночь проїхав, встав, ще 6 часов на маршрутці, вийшов, я зустріла. Да и все. Понятно, я понял. А там огурчики, помидорчики, варенье ему накрутило с повидлом. Что конкретно вам нужно от меня? Что конкретно? Конкретно до вас. Конкретно до вас. Да, что именно? Где сейчас мой Виталик? Он сейчас на концерте с Натальей Могилевской. В чем дело? Это Могилевская? Мне кажется, она пьет. Могилевская, она не пьет. Ах, она не пьет? Да. Тогда еще хуже. Она сектантка якась. Какая сектантка? Ну як це з цим лисим, з ямой своїм, зробили секту по бальним танцям. І ходять. Бабушка, а з цього лисого теж зробили куміра мені. При Брежневі на такого б ніхто і не подивився. Бабушка, я спішу просто, у мене встреча з Кузьмою зараз. Оцей Кузьма ваш, мені кажеться, що він точно п'є. А що ж таке? Ну, бабушка, от з тим лисим своїм, що гроші носить, бальнувати ото такий. Ото з ним п'є. І та група ото, балет-квест, от з ноздрями, ото таке у них пороблено. При Сталіні таких би на следующий день розстріляли. При чому тут Сталін взагалі? От і я кажу, при Сталіні порядок був. А то я слю ці тікетки на акцію Славучич, хоч би кепку якусь виграла. Бабушка, в чому діло? Що ви від мене хочете? Що таке? Розкрутіть мене.
Как я вас раскручу? Да я буду петь с Виталиком в дуе. Не надо с Виталиком. Да вы ж не слухали, как я пою. Я не хочу, я не хочу. Послухай. На... Де ж ты был целый день? Де ж была гусь? Охрана есть у меня, пожалуйста, заберите. Я умоляю. Домой, все, домой. На электричку, на электричку. На маршруточку, домой. Небольшой музыкальный номер, естественно, политический. Называется он так. Ария депутатов прошлого созыва. Подошел к зданию Верховной Рады, я так переживал, что у меня даже вспотели ладошки. А потом я зашел в сессионный зал, сел, нажал на кнопку, у меня даже была эрекция. Хорошо, что никто не заметил. А меня выбрали по Винницкой области. Как жаль, что за 4 года я там так ни разу и не был. А на первое заседание я не пришел, потому что мы поехали в сауну, взяли дешевых проституток, потому что депутат должен общаться с людьми из народа. Все эти фишки с проститутками в сауна, служебными машинами – это только по началу. А самый жир начинается, когда ты понимаешь, что можешь лоббировать законы и получать нехилые откаты. Я начал приезжать в Верховную Раду ближе к обеду. Мы обсуждали законопроекты только по дороге в столовую. Там можно было заказывать осетрину, семгу, пельмешки, вареники, суши, сашими, венгерские вина, куропаток, куриные ножки, стаканчик из сметанки, и заплатить за все 12 гривен. Ко мне подошли ребята из партии регионов, говорят, ты клевый пацан, айда к нам в партию. А я подумал, действительно, чего это я туплю, делать ничего не надо, и платят 10 раз больше. А у меня был шок, когда в туалете Верховной Рады я увидел, как Тарас Черновол нюхает наркотики. Я подошел и сказал: Тарас, ты что, ты в своем уме? Это же Верховная Рада, делиться надо. Еще была одна клевая фишка, это когда нам дали на развитие Украины 20 миллиардов долларов. Мы украли 10, осталось 6, непонятно какая сволочь украла еще 4. Однажды я в боулинге натер мозоль на большом пальце и не смог нажимать кнопку. Но самое неприятное случилось, когда Ющенко взял, ни с кем не посоветовался и тупо распустил парламент. Хлопаю. Пусть хлопают. Да, прощайся. Счастливо. Добрый вечер, дорогие друзья! Андрей Молочный.
Да. Надо сказать... Федор Двинятин! Правильно! Дойте мне Чехова! Дорогие друзья, мы начинаем всегда со свежего анекдота. Как всегда, политический анекдот. Обращение Юлии Тимошенко к народу. Шановна Україна! Все буде супер! Все буде кльово! Все буде чики-пики! Все буде просто офігенно! Я вас всіх люблю! Помните, що вас любить Юлечка Володимирівна Тимошеночка! Юлія Володимирівна, а чого у вас таке хороше настроєння? Red Bull надає крила! А еще у меня такая идея была, да чтобы вот когда есть китайские такие боевики про кунг-фу, так Юлия Владимировна, наверное, бы косу расплетала и так... И так... Ну, ладно, давай, поехали. Продолжим. Да! Теперь немного юмора. Дорогие друзья, покажем такой номер. Он аналитический и серьезный. Мы с Андреем проанализировали работу Киевской мэрии и поняли, что очень скоро в Киеве будут введены новые правила дорожного движения. Итак, как мы себе представляем новое правило дорожного движения? От Леонида Черновецкого. Естественно. Во-первых, дорогие друзья, первое правило. Если в номере автомобиля есть семерка, то можно бесплатно парковаться в любом месте. Если гаишник блондин, то штраф уменьшается на 50%. Слушать автомобили шансон разрешено только водителям, имеющим справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. На всех светофорах добавят новый цвет фиолетовый. Для тех, кому все фиолетово. Дальше. Каждую неделю среди водителей проводится СМС-голосование, по результатам которого увольняют одного гаишника. Поддерживаем. Реальное правило. Если во время аварии непонятно, кто виноват, то спор будет разрешаться дракой. Таким образом, в мэрии решили убить сразу двух зайцев. Уменьшить количество аварий и улучшить физическую подготовку водителей. Если вы украли машину и успели в нее насрать, все, она ваша. Но исключение машины с кожаным салоном. Дальше. Если вашу машину забирает эвакуатор, и вы успели подбежать и три раза плюнуть гаишника, то мы ее обязаны вернуть обратно. Следующее правило. Если у вас на плече есть родинка, похожая на очертания Черкасской области, вы можете ездить по тротуарам. Но обязаны уступать дорогу водителям, которые родились в августе. Для того, чтобы забрать машину со штрафплощадки, надо прийти в ГАИ, встать на табуретку и рассказать на память детский стишок. Водителям машин с объемом двигателя до 3 литров про ежика, свыше 3 литров мой додыр. Следующее правило. В центральную часть города запрещен въезд водителям-дальнобойщикам в смокингах. Исключение, если у них сегодня серебряная свадьба. Если ты ездишь по доверенности, гаишник имеет право наказать тебя розгами, причем даже за те проступки, которые не относятся к нарушениям правил дорожного движения. Если ты нарушил, но встал на колени перед гаишником, извинился, терпел унижение, жрал землю, позволил сморить себя, какой ты мужик после этого? Если у тебя вырезали аппендицит, то ты не можешь ездить в правом крайнем ряду. Исключение – солдаты срочной службы или женщины с 43-м размером обуви. Если вас сушит с утра, то при повороте направо можете включать левый поворот. Если ты реально опаздываешь, то документы гаишникам можно показывать, не сбавляя скорости. Так. Если транспортное средство заблокировало вам выезд с парковки, вы имеете право нацарапать на нем любое имя существительное от 4 до 6 букв. Водители геи обязаны постоянно ездить с включенной аварийкой. Если они будут нарушать это правило, их будут ловить и жестоко карать. Дальше. Водителям мерседесов Е-класса запрещено обгонять фуры с помидорами. Также под эту категорию попадают водители с родинками в виде Черкасской области и те, кого служат с утра. И последнее правило. Если вы на скорости... выхватили у гаишника палочку, то вы победили его.
Потому что гаишник без палочки обречен на вечное скитание. Дорогие друзья, покажем номер. Очень просто называется. Называется он Виктор Янукович. На программе «Поле чудес». Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Поле чудес». И сегодня у нас в гостях премьер-министр Украины Виктор Федорович Янукович. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Естественно, поскольку у нас такой гость, мы сразу переходим к суперигре. Суперигра. У нас сегодня разыгрывается... Здравствуйте! Да. И сегодня у нас будут такие призы. Микроволновка, телевизор, скутер и 50% на выборах. Крутим барабан. На фарт. Итак, приз. Микроволновка! Вы расстроились? Ну да, немножечко. Я понимаю. Я хотел скутер, конечно. Ну что ж, переходим, собственно, к игре. Да. На табло зашифровано слово из 8 букв. Здесь зашифрована фамилия самого известного в Украине человека среди пенсионеров. 8 букв. Итак... Значит, Янукович. Ну, я приблизительно знаю ответ. Понятно. Но я буду крутить барабан и зарабатывать очки. Хорошо, крутим барабан, давайте. Да, крутим барабан. Пока можете что-нибудь сказать. Ну, что я могу сказать? Здравствуйте! Привет можете передать? Можете спросить у меня что-нибудь. Ну, кем вы работаете, например? Я работаю обычным премьер-министром. Вот как. Ну, а хобби какое-то есть у вас, может быть? Хобби? Да, хобби есть у вас? А, это такие маленькие гномы с волосатыми ногами, да, из «Властелин колец». Нет, увлечение, что вам нравится? Ну я премьер-министр, мне это нравится. Ну что ж, дорогие друзья, у вас 100 очков на барабане. Называем букву. Буква Я. Я. Вы уверены? Да. Есть такая буква в этом слове, это первая буква в этом слове. Да. Браво, у вас есть 100 очков. Крутим барабан. Крутим. Значит, пока крутится барабан, я хочу передать привет Сане, Вадику, Толяну, Ярику, тетя Тамара, если ты меня видишь, тебе тоже привет. Вот. И всем тем, кто помог мне приехать на эту игру. Вот. Особенно Ренату Ахметову. Спасибо. Ну что ж, продолжим. На барабане 400 очков. Называйте букву. Буква Ч. Ч. Есть такая буква на слове? Да, есть последняя буква, первая, последняя, Чи. Ну, вот интересно, почему именно Чи? Потому что очень редкая буква. Даже вот есть мало слов, которые начинаются на букву Чи. Почему много слов есть? Ну сколько? А вот какие вы знаете слова, которые начинаются на букву Чи? Ну, Чебурашка, так. Чел, Чмо, Чепушила. Чпок, ну, чпокаться, естественно. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, черемушки, значит, чурка, чурка, чай, чефир, чефир, чавелла, чирик, чинарик, чмо было уже, череп, чалы, чумазы, чапа. Нет такого слова чапа. Ну как это, человек есть, а слова нет? Ну нет, такого слова нет, извините, но нет. Ну тогда чапкис. Ну да, хорошо, чапкис. Дорогие друзья, выбыл сектор приз. Да. Итак, дорогие, пожалуйста, приз в студии. Вот этот ящик, вот я предлагаю за него, давайте не будем его открывать, я предлагаю вам 10 тысяч рублей. И мы его не открываем. Нет, вы знаете, я все-таки приехал, хочу, чтобы была память какая-то. Давайте все-таки... Слушай, давайте я вам даю 20 тысяч рублей, и мы не открываем, а то вдруг там какая-то ерунда, там канцелярская кнопка, допустим. Ну да. Это будет грустно. Нет, давайте деньги. А вдруг там автомобиль?
Там же может быть автомобиль, ключи от автомобиля. Ключи, да? Да. Да, ключи это, да. Приз, приз. Я вам даю 50 тысяч рублей, давайте, мы не открываем ящик. А то вдруг там ерунда какая-то там, ну, брелок, допустим. Не, ну если классный брелок, то... 50 тысяч рублей. Да, вообще-то да, я их много накуплю. Да, нет, тогда деньги, деньги. Ну, давайте, а вдруг там яхта? Ну, мало ли, может, там яхта. Яхта, это... Нет, все-таки приз. Приз, да? Приз, да. Давайте я вам даю 100 тысяч рублей, потому что там может быть ерунда там какая-то... Слушай, что ты мутишь? Скажи конкретно, что там, а то брелок, яхта, тебе что, пацан, что ли? Так, дорогие друзья, сейчас одну секунду мы прервемся на рекламу. Продолжим после рекламной паузы. Скажите, рекламная пауза. Значит, дорогие друзья. Рекламная пауза. Сейчас Украина находится в такой обстановке, что всем нам нужно объединиться. Сейчас реклама. Для старта в светлое будущее. Рекламная пауза. Жизнь не прощает ошибок. Реклама, а сейчас реклама. Ну, давайте. Будут выборы. Будут были выборы. Выборы. Были выборы. Пойдите, пойдите и проголосуйте за партию регионов. А теперь реклама. Все, реклама кончилась. Так. Вы знаете, Леонид, вот вам сюда на поле чудес везут подарки. Везут разные подарки. Если из Тулы, то самовар. С Владивостока красную икру. Поэтому я с Шахтерского края, поэтому привез вам деньги. Это мне? Это... Нет, это в музей поле чудес. Угу, я понял. Хорошо, я пусть там полежит, я после программы заберу. Ладно, хорошо. Ну что ж, будем... Я хочу назвать слово. Ну что ж, давайте попробуйте какое-то слово. Дорогие друзья... 8 букв. 8 букв, я напомню. Это самый слово... Самый популярный человек в Украине среди пенсионеров. Это слово Янукович. Ну что ж, мне очень жаль... И ничего, и не жаль... К сожалению... И не к сожалению... Так вышло, что... И не вышло... Это слово Якубович, извините. Это Янукович. Якубович. Янукович. Пока Янукович. Янукович.